Что я пригласила профессионального человека, эксперта в этой области, основателя соул-студии «Текстиль дизайн» Александру Калошину. Здрасте, Саша. Добрый вечер. Хотела начать, пожалуй, с самого интересного и, наверное, волнующего. Вы как основатель дизайн-студии, как человек, который разбирается, наверное, в дизайне и цветах ткани лучше, наверное, чем кто-либо, наверное, в этой стране. Скажите, пожалуйста, какие рисунки, скажем так, ткани или дизайн, или цвета, может быть, сейчас модны? Связаны ли они как-то с модой? И, собственно говоря, что нас ждет в ближайшем будущем? Ну, вот сейчас вы увидите, как я ловко уйду от ответа, потому что что такое для человека, который профессионально занимается разработкой принта, ближайшее будущее? Для меня ближайшее будущее – это лето 2018 года. Вот. А все остальное для меня уже далекое прошлое. То есть, а все остальное я просто даже не отвечу на вопрос. Я действительно, честно, уже забыла. Вот что будет, если меня спросите, что будет следующей зимой, там, следующим летом, что у нас там, следующий по сезону. Вот. Потому что в сентябре этого года мы показали сезон 17-18 зимы. И вот сейчас полностью уже практически там заканчиваем лето 18-го. Для тех, кто не знает, собственно говоря, как строится цикл вашей компании, давайте расскажем. Ну, мне будет интересно послушать. Рисунок ткани, ну, как сама ткань, чуть слегка. Сейчас, конечно, это очень сократилось расстояние. Слегка впереди производство одежды. Раньше было значительно впереди производство одежды. И сейчас, благодаря новым технологиям, эти циклы действительно стали короткие. То есть все практически чуть ли не идет одновременно. Перед созданием принта идет большой период аналитической работы, потому что в моде моды нет, в моде сплошной прогноз, точные знания и вот это та самая аналитика. Существует какая-то программа, чтобы анализировать эти данные, или как вы анализируете аудиторию, ее потребности, вкусы, как заглянуть вот туда немножечко? Большие агентства частично опираются на существующие программы, но в большинстве своем это работа вот такого большого человеческого ресурса. То есть работа самих аналитиков, которые ведут опросы экспертов, которые путешествуют по разным странам, которые опираются на представителей в разных странах, отсматривают гигантское количество материалов, начиная там вот, естественно, от выставок молодых художников, которые очень хорошо хватают, чувствуют да, необходимость социума. Отсматривают, не знаю, обложки всех фильмов, которые не обложки фильмов, а обложки дисков музыкальных, потому что новые музыкальные течения, новые течения в молодежной среде прочитывают. Вот я тоже это самое делаю на всех доступных языках. Не знаю, переписку, я иногда могу зайти с упоением читать переписку, там, комменты к какому-нибудь интересному блогу западному, смотреть, на что остро, блогер выпустил какой-то материал, на что наиболее остро, на какие там точки реперные нажимает аудитория для того, чтобы... Вот. И все это суммируется, и потом превращается как раз направление фэшн, в мегатренды, тренды, и потом уже уходит в определенные узкие отрасли, вот, допустим, текстильный дизайн. Параллельно с этим точно так же ведется аналитика цвета, и очень интересный, самый сложный момент, самый такой волнительный, когда выходят прогнозы ведущих агентств, и ты не агентство, и вы, то есть ты сам делаешь этот прогноз, то есть мы это делаем, потому что прогнозы агентства достаточно дороги, и все деньги, которые мы сейчас зарабатываем, уходят на развитие студии. Ну и в то же время это дает очень большой материал, обучающий материал для помогает студентов. Ли человеческое чутье, что ли, определить сочетание цветов, да, которое там станет будущим принтом, который там взорвет основные мировые выставки там, и так далее? Ну, вот как раз о человеческом чутье я как раз хотела поговорить немного, потому что если мы заглянем на любые обучающие курсы, их сейчас появилось много, аналитики, я не знаю, фэшн-аналитики, аналитики трендов со всеми разными названиями, то в конце умного и полезного курса всегда скажут, что теперь вот 30% того, что происходит, не поддаются никакой аналитике. Ну и об этом пишут все самые знаменитые наши аналитики, не знаю, Лидель Корт, которая несколько дней удаляется для того, чтобы потом поколдовать со всем этим материалом. И я это тоже знаю по себе. Вот сейчас прошло 4 года, как я этим занимаюсь, и
Вот в ночь перед тем, как ты должен рассказать, я рассказываю в группе наших художников и группе приглашенных наших партнеров всегда на текущую аналитику. Вот следующий мой семинар, сейчас как раз внутренний семинар компании будут в эту среду. Вот. Я не знаю, как это происходит, но ты меняешь, наверное, вот как раз те самые 30% всего аналитического материала, то есть предварительного прогноза, ты меняешь в самый последний момент. Видимо, очень интуитивно, объяснению никак не поддается это все. Вот какая-то внутренняя такая связь с. Ну, бэкграунд, естественно, помогает. Вот для того, чтобы, скажем так, иметь это чутье, ну, понятно, что там одного вкуса недостаточно, конечно, за годы. Да, вы правы, потому что 17 лет я работаю вот с разными сферами. Сначала мы начинали как продавцы ткани, но ткани высокой моды, это такая крупнейшая там группа Рати, которая работает, с Кристиан Диор, Баленсиага, Сулоран, ткани. И километры ткани высокой моды прошли через наши руки. Те же 17 лет мы простояли, например, Визион, это крупнейший регулятор мира моды, выставка текстильная, но ее нельзя воспринимать как просто выставку. Пример Визиона – это система, которая образует моду, вокруг которой вертится практически все, потому что именно там презентуются эти тенденции, именно там есть стенды тенденций по каждой группе тканей, по каждому виду действий в моде. Вот, допустим, у дизайнеров есть свой стенд тенденций, и посетители, и каждая компания, которая участвует в этой выставке, обязана за 2 месяца до начала отослать лучшие материалы, которые она считает трендом, которые она считает будущим, на стенд тенденции. Комиссия очень серьезная выбирает эти материалы. Таким образом, как раз визуализируются тренды. То есть до этого мы с вами читаем только, что ну, будут широкие брюки в красном цвете, условно говоря, и только в клетку. Вот. А там мы приходим и уже видим, да, вот она ткань, она будет вот такой, она будет лохматой, это будет нежный кашемир, он будет зеленого цвета, и из них будут шить не широкие брюки, а косые пальто. Вот. То есть там это все как раз и происходит. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то, скажем так, универсальный рецепт в сочетании цветов, который, там, например, на протяжении 5-6 лет работает безоговорочно? Я это вопрос, естественно, с подвохом. Ну, я думаю, что есть какие-то универсальные вещи, которые там и там помогают в продаже, собственно говоря, и ваших изделий. Платков тоже. Универсальные цвета, их, конечно, трудно очень выделить. Можно зайти на эту тему с другой стороны. Вот, допустим, когда я много беседую, опять-таки, когда я делаю аналитику, я беседую много с владельцами компании масс-маркета, и вот у меня выделена группа из 8 цветов, которые продаются в России. Это какие? Ну, так описать их трудно. Там определенный оттенок бордового цвета. Вот там определенные, то есть вот самые, скажем так, цвета 30 стран мира, кроме Китая, такой аналитик продается, страна имеет скажем так, делают ли трендсет Россию, да? Если говорить простым грубым языком. Можно ли навязать, скажем так, да, эту, скажем так, оттеночную, интересную, работающую ли? Ты, наверное, ярче. И это моя собственная марка. Допустим, мы выпускаем поток в цене с поток, который мы яркие. Смелые, я бы даже сказала. У вас на платформе прыгнули к готовому продукту, потому что текстильный дизайн и рисунок уже для готового продукта тоже абсолютно разные вещи. А какие ступени проходит, условно говоря, текстильный дизайн для того, чтобы стать рисунком? Да. Во-первых, что текстильный дизайн – это работа на четкую задачу, это промышленный дизайн прежде всего. И в нем нет ни искусства, ни арт, вот составляющей, вот искусство, составляющей искусства, как мы привыкли думать. И не всякий художник может быть текстильным художником, потому что
Это сложнейшая система, особенно сейчас. Технологии очень сильно изменились. Пришла цифровая печать. Мы сейчас наблюдаем взлет текстильного дизайна. Невероятно. Она становится одна из самых востребованных профессий в мире моды. И более того, текстильный дизайн ушел в surface дизайн. То есть мы же с вами теперь наносим дизайн поверхности. Мы с вами наносим и на сумку, и на обувь, на и все, что все что угодно. То есть вот тот, кто делает рисунок, он сейчас владеет миром. Но он должен понимать, как это будет... На одежде же. То есть раньше не хватает, теперь просто сделать хороший рисунок. Быстрая сменяемость. Я могу сказать, что там, если опять же объяснить простому обывателю, то на, скажем так, натуральной ткани наносить рисунок сложнее, чем на искусственной, правильно? Да, совершенно. И все зависит от технологии. То есть рисунок строится в зависимости от технологии наношения. Натуральные действительно сложнее другие технологии, чем на искусственные ткани. Ну, плюс волокна ложатся по-разному. Да, и плюс еще при рисовании, конечно, думаешь о задаче. Вот что это будет, кто это купит, какая это аудитория, на какой части одежды это будет. Это будет там полностью платье, которое будет замощено полностью этим рисунком, или это будет какая-то отделочная полоса. Да. То есть и все это должен понимать хорошо текстильный художник. Он должен быть чудесным маркетологом на самом деле, потому что сочетание цветов, мы с вами уже говорили об этом, должно быть очень продающим, и в то же время должно четко вписаться в коллекцию, в задачу компании. То есть он решает одновременно очень много задач. И поэтому вот, вот совершенно другие специалисты, их нужно сейчас растить. Ну и если говорить уже плавно переходить, да, от промышленного дизайна в рисунок. Вообще, насколько, вот если сопоставлять, вообще сопоставимы ли это вещи, потому что, ну, как бы рисунок, да, помимо сочетания цветов, еще влечет за собой отношение человека к этому самому рисунку. Насколько легко продавать готовый рисунок, нежели паттерн, который, ну, как бы, может из себя представлять какие-то такие, как сказать, не очень внятные вещи с точки зрения композиции, художественной именно, да, связанной с искусством, да, несящей за собой какую-то там эмоциональную подоплеку, нежели там нравится или не нравится. Поскольку мы продаем вот тот самый текстильный дизайн, готовый уже к печати, а за рубежом, конечно, готовую идею. В России готовы к печати. За рубежом весь мир текстильных художников продает только идею самого рисунка, а потом уже специалисты покупателя внутри компании доводят ее до нужного вида. Адаптируют. Адаптируют, да, совершенно верно. То вот этот опыт работы с 30 странами мира дал какое-то глобальное видение, вот, и продавать паттерн и легко, и сложно. Мне даже в какой-то степени сложно ответить на ваш вопрос, потому что это должна быть глобальная включенность в среду, вот в мировую среду, ни больше, ни меньше. Только в этом случае ты можешь быть успешным, ты должен очень четко понимать, быть все время на острие, все время быть готовым предложить что-то новое. Ведь кроме самого рисования есть еще стилистика рисования. То есть это не только цвет, и не только, не знаю, как ты сложил, это тема, да, а есть еще стилистика. Вот самое сложное – это стилистика, на самом деле. Потому что, когда мы начинали студию, я думала, что вот стилистику рисования мы будем там цветка, условно говоря. У каждой студии все равно 60-70% – это рисование, это флориальные композиции всевозможные. Я думала, что вот сейчас месяц, каждый месяц мы будем менять, мы будем такими передовыми, будем менять каждый месяц эту стилистику рисования. Когда мы потом прошло время, и мы стали уже более опытными, мы поняли, что не месяц, там сначала прошли мы 2 недели, каждую меняли. Каждую неделю, сейчас мы меняем стилистику рисования каждые 3 дня. А как это? Да. То есть это биение моды. Вот в чистом виде это живая мода. То есть каждые 3 дня, придя к нам в студию, вы увидите абсолютно новую стилистику рисования цветка, объекта, и она, предмета. И она остается, то есть вы получаете, условно, я просто пытаюсь в голове уложить вот эти циклы, да, особенно связанные с печатью, с производством и так далее. То есть это есть такой запрос каждые 3 дня получать какой-то новый цветок, да. Да, именно запрос. И он очень сильно связан с технологиями. Если раньше, скажем, глобальный мир фэшн потреблял определенное количество принтов, то с приходом цифры, ведь мы теперь с вами можем напечатать все, что угодно, метр ткани или 10 метров, или 100, теперь неважно. Небольшая зависимость в цене, но на самом деле неважно абсолютно. То есть
потребление этого рисунка настолько выросло, что он меняется и должен меняться. То есть раньше мы разработали стилистику, была традиционная печать. Мы с вами даже можем выделить какие-то глобальные стилистики, там, не знаю, рисунок Комасков. Да, Кома, например. Да, есть итальянская чая провинции Кома, где находятся все печатные производства, и там вот сидят художницы, прям так и называется. Рисунок из Кома, цветок из Кома, рисунок Комаску. Из Комы. Из Комы. То теперь это практически невозможно. Потому что нужны буквально, вот я вам передам беседу с нашим американским агентом, мне звонит по телефону, говорит: Александр, пришлите нам, пожалуйста, 30 принтов. Я переспрашиваю, он опять говорит: 30 принтов. Я очень удивляюсь, потому что специалист на выставке, мы просматриваем 100 принтов за 3 минуты буквально. Mm-hmm. Зачем ему 30 принтов, никто не высылает. Обычно 300, начальная порция рисунков. Потом вслушиваюсь, понимаю, что меня просят: пришлите 30 килограммов принтов. Ну, то есть 30 тысяч. 30 килограммов, потому что иногда высылаются на бумаге все по-прежнему. То есть такая своеобразная защита идеи. То есть, если компьютерный файл высылаешь, то… Да, он может быть украден, да, хакерский. Что-то с ним сделать, да. Да. А если на бумаге, его нужно перерисовывать, расканировать, ну, такая… Вот. Хочется в связи с этим, наверное, задать такой немножко провокационный вопрос, связанный с людьми. Как часто вы меняете людей? Потому что, ну, как бы, работая в творческой профессии, понимая, что человек, производящий раз в 3 дня какую-то новую идею, может довольно быстро выгореть. Или есть какие-то там, условно говоря, опять же, у вас компьютерные технологии, которые могут модерировать вариацию, если уж говорить там про этот, про цветок, вариацию цветка так быстро. К сожалению, кроме людей, кроме воображения, ничто не изменит этот цветок, о котором мы с вами сегодня так много говорим. Коллектив у нас очень постоянный, и здесь уже искусство управления, искусство менеджера. Просто художником кто-то сегодня рисует цветы, кто-то рисует что-то другое. То есть вот у нас же постоянно, нас, благодаря тому, что мы участвуем в этих выставках, а мы стоим в Париже 2 раза в год, в Шанхае, в Мюнхене, в Нью-Йорке, то есть везде, на всех крупнейших выставках, у нас идут запросы, мы не просто продаем принт, а потом продолжаем работать с нашими покупателями целый год, и поэтому идет много задач, и это спасает студию, потому что все время идет большая сменяемость работы. Вопрос вот какой. Каким-то молодым, юным художникам возможно попасть в эту вот струю? И там часто ли они к вам приходят? И как часто вы доверяете им? Мы каждый сезон открываем вакансию. И на одно место смотрим около 300 художников. Я произношу эти цифры не потому, что хочу показать, какие мы крутые, вот, и как мы там... сложными путями идем. Нет, потому что рисунок для моды, вы сами понимаете, как владелец марки, это же совершенно особое видение, конечно, всего, мы, вот, конечно, всего того, о чем мы, конечно, с вами говорили. Конечно. И молодому художнику сложно, потому что он не ходит по улицам Вемонта, Наполеоны, не учился в Марангоне чаще всего, кто к нам приходит. То есть мы должны найти того, у кого это просто в крови. Ну и потом простой художник, он не совсем понимает, что такое вообще рисунок на ткани, да, а уж да, тем более паттерн. Да, да, и даже те, кто закончил какое-нибудь, окончил заведение близкое какой-нибудь по смыслу, все равно там нет этого острого преподавания, которое нужно нам, которое получают наши ребята, стоя 2 раза в год в Париже и общаясь вот потом на работе со всем миром. То есть мы вынуждены говорим там на всех языках и так далее. То есть... В связи с тем, что вот как раз, наверное, с фэшене, пожалуй, меньше всего существует каких-то образовательных программ. Они, безусловно, сейчас стали появляться, но там можно сказать, что они, скажем, еще вообще в каком-то самом зачаточном находятся стадии. Люди, которые у вас работают, вы их куда-то посылаете или вы их в процессе обучаете? И вообще не было ли у вас вообще идеи открыть какую-то свою, ну там, обучающую студию? Вот, потому что, вот, на мой взгляд, это довольно востребованная вещь. Все вместе, вот вы все прям точно по всем точкам прошлись, потому что вот именно все вместе мы и делаем. За 17 лет освоив это все, мы чувствуем себя просто обязанными. Просто чувствуется, что хочется взять. Формировать рынок, помогать молодым художникам. И мало того, что у нас есть внутренний семинар, по отношению к своим художникам мы делаем вот все виды работ, которые вы перечислили. Мы, во-первых, посылаем на стажировки, договариваясь с нашими партнерами за свой счет. Иногда удается уговорить фабрики, потому что у них есть какие-нибудь программы социальные там, и так далее, зарубежные фабрики, я имею в виду, послать туда художников.
Мы внутри студии читаем, ведем семинары, постоянные семинары. Мы оплачиваем художникам нашим все посещения выставок, только вот идеи. Только принеси билет любой, любой стоимости, которая идет в России. И кроме стажировок, и мы еще читаем открытые лекции. Есть несколько учебных заведений, которые нас приглашают. Вот одно из них Fashion Factory. Они приглашают практикующих специалистов читать открытые лекции, публичные. Вот, мы обязательно это делаем. И плюс еще мы второй год ведем экспериментальный курс в Академии Нестроганова для текстильных художников. Второй год мы учим художников. И они практически один раз в неделю у нас работают. И вот здесь они участвуют во всем. И мы приглашаем их на наши внутренние семинары. И к нам еще приезжает огромное количество зарубежных специалистов. Мы их заставляем тоже нас обучать, рассказывать, потому что одно дело там я или мои сотрудники, другое дело приглашенный лектор. Вот, в связи с текущими событиями в стране, да, там кризисом, политической обстановкой, изменился ли ваш бизнес, я имею в виду в пропорциях, да, стали ли вы больше производить тканей, да, уже готовых, соответственно, на экспорт, или же наоборот, как бы там, или вы остались в том же производстве, скажем так, принтов, и уже дальше фабрики печатают. Вообще вот повлияла ли обстановка, и вообще получилось ли, да, заняться тем самым импортозамещением, да, что ли, модным этим словом все это назовем, условно говоря, сделать ту русскую хорошую продукцию, ведь, да, я тоже как человек, который сделал марку с желанием сделать что-то хорошее, что произведено здесь, и у чего есть та душа, о которой, ну, как бы люди политические или там оппозиционные часто забывают, да, и часто не берут во внимание. И хотелось бы, вот, ну, скажем так, показать, да, это скорее миссионерская такая, да, какая-то, да, позиция, но, да, там, тем не менее, в связи с изменившимся курсом, да, и там упавшим рублем, появилась возможность. Я это говорю скорее сейчас еще как человек из автопроизводства, потому что вот там сейчас наша компания специализируется тем, что стала производить, одна из немногих стала производить запчасти и машины на, соответственно, на экспорт. Получилось ли у вас что-то сделать в этом отношении? Ну, во-первых, поскольку мы экспортируем рисунок в 30 стран, то есть эта часть, да, она удалась, и это действительно, рисунок стоит дешево, то есть мы продаем много, вот, и это такая часть большая нашей работы. Плюс еще мы сейчас открыли собственное производство печати на ткани в России, и где-то вот по качеству печати, по цветопередаче мы не уступаем нашим зарубежным коллегам, потому что за эти годы у нас формировались эти такие сложные цветовые матрицы, мы ничего другого, мы даже не умеем по-другому, то есть мы строим тот цвет, к которому привыкли в высокой моде. Но наше оборудование, поскольку мы развиваемся на свои средства, это первая ступень фабрики, которую мы я очень строим, которую мы мечтаем иметь и которую, я думаю, обязательно построим, мы сейчас можем печатать только на тканях с содержанием полиэстера. То есть там снизу может быть хлопок, любая другая составляющая, а печать сама идет по стороне полиэстера обязательно. И вот здесь мы, я надеюсь, потягаемся тоже совершенно спокойно. Хорошее конкурентное преимущество. Да, хороший продукт, хороший получается, востребованный. Саша, давайте немножко перейдем теперь на платки и поговорим немножко о художниках, да, и о художественных образах, которые вы изображаете на ваших платках. Кто покупатель, да, это иностранные граждане или это наша российская аудитория, которая, ну, скажем так, из классической русской марки полупосадских платков выбирала, да, частично того, что им нравилось, да, и из зарубежной марки, такой как Этро, не побоюсь этого слова, у вас там шикарные абсолютно платки, привозила, да, скажем так. Кто они?
это немного те, немного больше другие, хотя которые покупали зарубежный платок. Марка наша существует уже 5-й год, называется Radical Chic, такой по-русски немножко радикальный шик. А почему, кстати? Хотя это название послушала в Милане, это такое словосочетание, немного обозначающее ту категорию, социальную категорию людей, которые могут, ну, такие классические буржуа, которые могут надеть все виды одежды, смешивая, очень свободно в взглядах, ироничные, озорные. Я, кстати, перед эфиром залезла в Википедию и вообще посмотрела все, что связано с Radical Chic. Так вот, что интересно, иностранная Википедия дает на это определение момент вечеринки Лени Кравица, собственно говоря, на которой присутствовали люди, и она была в таком стиле, вот как раз тех людей, которые... То есть, с одной стороны, это выглядело невероятно шикарно и потрясающе, с другой стороны, когда люди вглядывались в то, как это выглядело, это что-то было совершенно невообразимое. То есть добавить немножко романтики. Да, ну вот в итальянской прессе, вообще в миланском каком-то социуме самый яркий представитель Radical Chic, это устоявшиеся оборотки, уже сказала, это, пожалуй, Прада. Очень Прада, особенно в ее ранних работах. Потому что это такое немножко левое социально-буржуазное движение, вот со всеми этими характеристиками, о которых мы с вами говорили. Но, перенеся это название на Россию, мы вложили немножко другой смысл, потому что радикально и шикарно – это по-русски. И, собственно говоря, название так и прижилось. Как марка за это время видоизменилась? Я имею в виду с точки зрения художественных образов, которые присутствуют на платках. На самом деле мы считаем себя... С самого начала у нас был четкий концепт, написаны все группы потребителей, для которых мы будем рисовать, которых мы будем выпускать продукт. И мы считаем себя средством массовой информации. Вот вы сейчас удивитесь, мы считаем себя практически в данный момент вашим конкурентом. Потому что мы рассказываем о событиях, которые происходят в окружающем мире, в России, за рубежом, о том, что нас трогает, когда мы читаем какие-то посты в сети. Вот все, о чем рассказывает лайфстайл издание, собственно говоря, мы рассказываем тоже на страницах наших шелковых платков. И там вы найдете самые актуальные темы, не знаю, рассказ о кошечках в сети, ведь они сейчас правят миром. Если у вас нет кошечки, у вас есть кошечка? Нет, у меня нет кошечки. Ну, значит, у соседей есть кошечка, есть у друзей. Как Чехов писал, ты либо кошатник, либо ты собачник. Вот, поэтому я собачник. Собачник. В собаках у нас тоже есть платок. До каких-то, не знаю, рассуждение о том, на платке, какая машина нам нужна, вот, нам, женщинам. Сейчас мы делаем, продолжаем автомобильную тему, делаем платок о дорожных знаках. Вот как дорожные знаки глазами женщины. Мы видим, и что мы едем, и мы на них смотрим, вот что мы видим. То есть мы все время касаемся каких-то абсолютно злободневных тем. Мы, там, не знаю, выпускаем платок о Патриарших прудах. Очень много тем в Москве, но Москва у нас именно такая, какой мы ее видим, как мы ее видим, как видят ее горожане. То есть она никогда она всегда немного неправильная, всегда немного вся такая сложная, хаотичная, город, который в движении. Вот это все. Это только Москва, или это еще Санкт-Петербург, другие города России. И Санкт-Петербург, и другие города России, какие-то другие российские темы, допустим, белый уссурийский тигр, не связанный абсолютно ни с какой политикой, мы его выпустили, а потом началась вся история тигра. И это может быть все угодно. Цветы тайги, цветы степи. Вот все, что... Я очень хорошо понимаю вот эту тематику того, что актуально, потому что могу рассказать, опять же, тоже историю из своей повседневной маркетинговой работы. Как раз мы до эфира с Александрой говорили, можно ли поделиться какими-то своими маркетинговыми знаниями. Полгода назад мы запускали автомобиль Captur, это вот для марки Renault, скажем так, автомобиль, который не вписывается в традиционный модельный ряд марки, такой, какой представляет российский потребитель. Ну, это Renault, это Logan, Renault, это Duster. И вот руководство нашей компании решило, что нам нужно возвращать вот этот вот французский, немножко такой стильный, при этом простой, но очень уникальный имидж марки, и сделать в России, это машина индустриализованная в России, то есть она произведена и сделана в России, и вот будет там с ближайшего месяца экспортироваться в Латинскую Америку, в дальнейшем там в Индию и так далее.
И мы как раз размышляли с агентством, что сделать такое для того, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть вот эту вот индивидуальность этой машины, с другой стороны, показать мощный запуск, и с третьей сказать, что это все-таки машина, сделанная в России. И, очень интересно. И как-то так, это всегда, вы же понимаете, с одной стороны, удача, стечение обстоятельств и какое-то тоже чутье. Наше агентство принесло нам в числе прочих идей, вот мы, естественно, на все это забарифовали, ракету. То есть, казалось бы, что может быть проще, но с другой стороны, вот эта вот история с запуском с космодрома Восточный Союза, и мы стали рыться в этих ракетах и поняли, что исторический ракета «Союз» для России является каким-то вообще, основным космическим паттерном, то есть там в старом «Союзе» Гагарин летал в космос, и мы отыскали самый современный «Союз», который с Байконура взлетал в свое время, пока у нас не был открыт «Восточный», сделали ее в ролике, во всех рекламных материалах. Прошел месяц, и, собственно, под 12 апреля, а запуск у нас аж в июне, мы вот все это, естественно, заранее, за полгода готовили. Прошел месяц, и под 12 апреля по всей России появились щиты от Роскосмоса «Посмотри в небо». И на 12 апреля, на День космонавтики, собственно говоря, наши люди открыли Восточный и запустили «Союз» в космос. И мы в этот день пустили, несмотря на то, что наша рекламная кампания масштабная, телевизионная, стартовала там в июне месяце, и мы так только усугубляли, скажем так, знания об этом автомобиле какими-то тизерными, очень завлекающими историями, мы показали наш рекламный ролик с запуском ракеты в космос. У нас оказался «Союз», ровно тот же самый, который, собственно говоря, взлетал с Восточного. И вот эта вот патриотическая тема, на которой вот страна жила, да, несмотря на то, в каком состоянии и как космическая отрасль в целом сейчас в России, вот это вот наша сопричастность, вот эта вот история с Гагариным, с Терешковым, с великими людьми, с довольно значимыми вообще для людей в целом, оно вокруг всей этой рекламной кампании добавило нам колоссальный охват, эффект, интерес. Да. Поэтому такой. Идея, с точки зрения идеи, для меня очень понятная концепция. И плюс ко всему, конечно, когда эти какие-то вещи злободневные. Я еще помню, что вот в юности, когда там было 16-17 лет, и ты очень в пубертатном в этом периоде очень чутко откликаешься на все эти события, тебе хочется ходить в каких-то футболках, да, на которых написано там какие-то там лозунги или какие-то вещи, отражающие вот ту самую... Да и сейчас, наверное, мне кажется. И поэтому идея хорошая. Абсолютно рабочая статистика продаж, что показывает. Как мне опять про художники. Как сюжет и как, скажем так, это другой штат художников. Это вообще другие. Это другой штат художников. Рисуют платки, сюжет придумываю я. Потом я объясняю художникам, мы много долгом рисуем, пытаясь понять, в какой стилистике нужно заложить тот или иной сюжет, потому что это же должно быть все подчинено задачам фэшн и продажи и так далее. То есть слишком много задач. Должно нравиться сначала как картинка потребителю, потом должно сложиться, завязаться, и должно иметь определенную ритмику пятен, цвета, движения, кайму красивую или вообще не иметь для того, чтобы стать дополнением одежды. То есть должно много и удачно носиться, потому что иначе зачем мы это делаем? Не только же ради картинки. А потом, когда все это нарисовано, нарисуется все рукой, штатный художник, как раз мы это все обрабатываем. И там уже начинается кропотливейшая работа по деталям. Этот цветочек немножко туда, левее, правее, цвет выставить так. И вот цвет – это, конечно, та часть, которая занимает огромное количество времени. То есть цвет одного платка иногда может занимать месяц. Потому что вот острота световых ощущений – это то, что мы должны передать. Потому что мы с вами продаем эмоциональную составляющую, конечно, в любом случае. Конечно. И, соответственно, мы должны ее уложить теперь уже не только в картинку, но и в цвет. И это такая большая-большая работа.
Чувствуете ли вы вот некий бэкграунд с точки зрения продаж, да, потому что продажи очень четко показывают, условно говоря, где вы находитесь сейчас. Чувствуете ли вот эту вот, скажем так, я бы не сказала конкурентную, да, я бы сказала какой-то такой вот этот бэкграунд, да, большого, скажем так, исторического поставщика вот этих вот шалей, да, за собой. Есть ли этот шлейф? Наверное, нет, потому что мы работаем в совершенно другой среде, абсолютно другой рисунок у нас, и мы абсолютно, ну, то есть по аудитории мы мало пересекаемся, мы пересекаемся только в узкой части, вообще глобально любители платков, которые покупают все платки сразу, просто им сам нравится квадрат ткани, шелк, шерсть, там, неважно что. А по своей аудитории мы чувствуем, наши продавцы, у нас два своих магазина, мы продаемся в 18 городах России, еще в 5 странах. И мы отовсюду, мы просим всегда, практически ежедневно приходят сводки, описания, что сегодня купили, почему купили, что сказали при этом, иногда даже подсказывают темы, хотели бы там, об этом, хотели бы, потому что вот эти платки, которые с таким необычным рисунком, их начинают воспринимать тоже особенно, пытаются там, не знаю, подсказать, а сделать платок о космосе, вот это тоже тема. О железных дорогах нас сейчас просят сделать платок. Оказалось, очень много любителей, которым бы хотелось. Мне нравится эта тема. Алгоритмика, поезда. Можно красиво выйти. Сами по себе мы тоже за собой ведем аудиторию, потому что, например, мы работаем на всех этих международных выставках. Вот сейчас в Париже последняя выставка для нас была катастрофически удачной. Необыкновенно удачной. Я не знаю, сможем ли мы повторить когда-нибудь такой успех. То есть наш рисунок вошел в каталог всей гигантской премьеры «Визион», которая сдалась 70 тысяч посетителей, и нашим рисунком был проиллюстрирован основной тренд сезона. То есть мы стали с вами, россияне, диктовать тренды, не просто там, вычислять, стараться ответить, а диктовать тренды. И наши рисунки всегда на стендах тенденции. А в этом сезоне не только были 4 рисунка на стенде тенденции, выбранные комиссией, как рисунки тренда тоже, но и вошли, первый раз был, такого не было раньше, например, «Визион» тоже меняется, они устроили опрос «Best Buyer's Choice». И вот стоит там 300 студий, это лучшие студии мира. Да, итальянцы, французы, англичане, те, с кем по априори тяжело тягаться, потому что исторически. То есть мы с вами прекрасно знаем, что такое рисование там, как свободные англичане, как романтичные французы, классика итальянцев. Конечно, практически трудно победить. Вот, но вошло 30 рисунков, из них 2 наших. Это из 300 студий 300 рисунков, то есть 30 рисунков и 2 наших, это очень здорово. Они сейчас все размещены на сайте «Премьер Визион» с указанием на нас, то есть мы видим, как увеличивается количество посетителей на нашем сайте благодаря этой ссылке, и это такие замечательные процессы. И вот теперь эти рисунки, которые мы увидим, что они нравятся потребителям и стали выбором комиссии «Премьер Визион», мы хотим пустить в платки. Это наш такой храбрый тоже шаг, да, потому что они не укладываются в основном в концепцию наших потребителей, это иронический рисунок, он ни с чем не связан, это рисунок в темах как раз мегатрендов, которые идут, измени свою реальность, нарисуй свою реальность, вот, и это другой концепт, как, не тот, к которому привык наш обычный потребитель, вот мы сейчас сразу… Фокус-группу уже можно сделать? Ну вот для нас мир стал фокус-группой, вроде бы, то есть комиссия «Премьер Визион» стала группой, и вот «Best Buyer's Choice», но одно дело вся страна, все весь мир, а другое дело Россия. Как иностранные коллеги воспринимают, скажем так, российское самовыражение, да, вот, и, может быть, даже скорее эмоциональный такой вопрос. Что они говорят об этом? Я имею в виду с точки зрения того, как какая-то нотка, вообще, что говорят? Вы знаете, когда мы первый раз вышли на то же самое «Премьер Визион», нас смотрели как на инопланетян, ни больше, ни меньше. И плюс еще потому, что наши художники не умеют строить, то есть технический паттерн, бесшовный рисунок мы можем построить, мы знаем, как это технически выполняется, но составить, взять красивую группу, повернуть цветочки направо, налево, разместить листочек там еще,
мы не можем. Налекала, да, и правильно их сочетать. Вот, мы, к сожалению, не можем, нам трудно это сделать, мы не потягаемся здесь с итальянцами. И понимая, что это наше слабое место, я вынесла на первую же выставку, когда предупреждали, что вы ничего не продадите, и там постойте, просто посмотрите, там сезон 4 постойте, а потом уже все к вам привыкнут, и, возможно, все будет хорошо у вас. Я вынесла рисунок хаотически, без паттерна. Что стало сделать? Ну, только вот рискнуть и недостаток обратить в преимущество. И пришло очень много коллег зарубежных, потому что у всех начинался тогда только хаотический рисунок, но все еще шли, вот зарубежные коллеги великолепные. Страшно, да, аккуратно. Да, все шли все-таки в ритмическом рисунке, паттерн правильно составленный, великолепный, красивый. И тут мы, где, не знаю, справа лебедя, налево утки, посередине цветочки, и все ни в каком согласовании, то есть как-то выстроено так... наобум, интуитивно. И никакого повтора, никакого репита. Вот тогда пришли прямо на первую же выставку все коллеги, так странно спрашивали, а у вас в России так рисуют? А вы вообще так думаете, да, так хаотически? Я там что-то такое объясняла, не могу же осознаться, что мы просто не умеем красиво построить. И вот с этого момента, кстати, появилось огромное количество связей с зарубежными коллегами, потому что они просто подошли сразу к стенду посмотреть на этих странных русских. И вот так и нам продолжают относиться к этим. Это может быть просто тренд странных русских, да? Вы же знаете, тоже любимая позиция маркетолога, что вызывает больше всего вопросов, кажется странным, можно обернуть как тренд, да. И в другой обертке показать как ноу-хау. Ну, вы абсолютно правы, потому что вот этот хаотический рисунок сейчас у всех везде стал трендом. Мы просто первыми показали, мы распродали все на второй день выставки, и первыми показали, что это вот... возможно. Да, это новый тренд. Реально. Саш, спасибо большое, что уделили время, пришли ко мне в воскресенье. Было крайне интересно. Вам спасибо за беседу. Ну, а мы прощаемся с вами до следующих выходных.